Машины возвращаются за следующей группой десантников. Танки прикрывают дымом перемещение БМП. Еще одна ракета, но все машины вне линии прицеливания врага. Прикройте дымом. Молодцы. Отлично, отлично. Наводчик немедленно открывает ответный огонь. Боевики ведут интенсивную стрельбу, пытаясь остановить высадку десанта. Высадка пехоты и зачистка района продолжаются. Машины прикрывают десант собой и огнем.
На правом фланге во время движения ракета попала еще в одну БМП. Механик-водитель довел горящую машину до парка. К счастью, никто не пострадал. При выполнении задачи в нас попала ракета Б-10. Никто не пострадал. Мы не оставили машину и вернули ее. К сожалению, возник пожар, и она сгорела. На третьем этаже в глубине здания забаррикадировалась группа бандитов. В доме 79 найдено огромное количество самодельных мин. Осторожно, в этом доме множество боевиков. Спросите у пехоты, если нужна помощь, подгоним танк. Внутри дома еще очень много террористов. Еще одну пострадавшую БМП эвакуирует ремонтно-эвакуационная машина. الحمد لله السلامة. نحن قوات من
Мы везли туда боеприпасы и солдат. На обратном пути в двигатель попала ракета. Мы пересели в другую БМП, вызвали тягач, дождались его и отбуксировали. Сейчас машина пойдет в ремонт. Слава Богу, никто не пострадал. Все живы и здоровы. Наконец, здание зачищено. Задача выполнена, и штурмовые группы готовятся к возврату. В ходе операции освобождены важные для безопасности трассы кварталы. Потери армии составили 2 погибших, 13 раненых. Повреждены 3 БМП. Уничтожено не менее 36 боевиков. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.